Севастополе утвердили форму справки, подтверждающую участие в специальной военной операции. Документ необходим для получения мер соцподдержки. Соответствующее постановление было принято в четверг, 2 марта, на заседании городского правительства. К законодательным собраниям были приняты изменения в наш 720-й закон, которым как раз-таки для случаев, когда лица не могут предоставить документы, указанные в законе, в связи с тем, что информация содержит охраняемую законом тайну, мы предусмотрели такую примерную форму справки для этих случаев. Изменения в региональный закон вступят в силу с 13 марта, но получить указанную справку, как сообщает пресс-служба городского правительства, можно уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в кадровую службу воинской части, подразделения, штаба, органа, оперативной или иной группы. Также с 13 марта у наших органов исполнительной власти появится как раз-таки полномочия по принятию этих справок в работу. Но утверждаем сейчас для того, чтобы как раз-таки подготовительные процедуры уже люди провели, обратились и получили эти справки к 13 числу. Это форма, которая будет приниматься в соответствии с законом органами социальной защиты, да, для предоставления льгот.